Замок колдуньи, место силы, три брата. 26 работ дальневосточных фотографов представили на новой выставке в Краеведческом музее. Профессионалы и любители через свои объективы знакомят зрителя с историческим и культурным наследием Дальнего Востока. Фотографии представили авторы из Якутии, Сахалина, Чукотки, Камчатки и Приморья. Работы для выставки были выбраны по итогам фотоконкурса, который стартовал еще в прошлом году. По итогам этого конкурса был издан фотоальманах, который включает около 300 фоторабот. И вот сегодня мы как раз имеем возможность увидеть самые лучшие работы, и которые, кстати, видят не только жители Магаданской области, но и жители всех 9 субъектов Дальнего Востока. Выставка «Дальневосточное наследие. Передвижная». Эти снимки уже оценили жители 5 дальневосточных городов. 17 июля из Магадана фотографии отправят в Петропавловск-Камчатский.